День железнодорожника отметили в Мордовии. В Рузаевке состоялась торжественная встреча работников железной дороги с представителями местной власти. Отличившихся наградили почетными грамотами и благодарностями, а также присвоили звание заслуженного работника железнодорожного транспорта Республики Мордовия. Для Мордовии железные дороги имеют особенное значение. Почти половина промышленного производства региона ориентирована на них. Ежегодно РЖД закупает продукцию 5 предприятий Мордовии. На станцию Рузаевка ежесуточно прибывает 50 грузовых и 23 пассажирских поезда. Функционирует 14 пригородных маршрутов. Сейчас идет активная реконструкция вокзалов по всей республике. К 2018 году все они должны соответствовать международным стандартам. Почти треть рузаевцев трудится на железной дороге. С профессиональным праздником их от имени Владимира Волкова поздравил председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков. В начале 2000-х годов в железнодорожной отрасли трудилось почти треть всего экономически активного населения города, почти 8 тысяч человек. К сожалению, именно здесь реформирование отрасли, сокращение узловых станций и ряда подразделений РЖД отозвалось наиболее болезненно. Мы провели немало встреч с руководством российских железных дорог и Куйбышевской железной дороги. Обсуждалась ситуация на всех предприятиях железнодорожного комплекса нашей республики. Сейчас обстановка стабилизировалась, нам пошли навстречу. Ликвидация предприятий, сокращение работников прекратились. Теперь главное повышение производительности труда, рост реальной заработной платы железнодорожников.